Силами управления жилищно-коммунального хозяйства города Квайса в село Фазыка провели питьевую воду. Водопроводные сети проложили к 17 домам. Эти дворы долгие годы испытывали трудности с водоснабжением. Попытки провести воду к этой части села уже предпринимались ранее и неоднократно. По словам самих жителей, на второй день вода переставала поступать в дома из-за некачественно проделанных работ. Теперь они надеются, что их проблема решена основательно. Завершив работы по водоснабжению, сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства города Квайса приступили к работам на другом объекте. Ведется частичное благоустройство, прилегающее к зданию детского сада территории. В частности, ремонт будет проведен на детской игровой площадке. В надлежащий вид приведут инвентарь, установят искусственное покрытие. Работы должны завершить к 1 сентября. Роза Тедеева, Ляна Тедеева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.